Так, наверное, надо сейчас еще. Ой, что-то я не туда нажал. Так, Госдуму надо повысить немножко налоги для жителей, а то мало, мало платят. Угу. Да, кстати, согласен. Кстати. Там мы, кстати, не можем все накопить на вертолет. Уж второй день копим. Второй день. Ну да, это что-то слишком долго. Ну ладно. Так, что у меня тут? Я закрою пока MacBook. Ага. Так, мышкой. Ага. Все очень хорошо. Ну чё, я вроде бы там на 2% налоги повысил. Хорош, хорош. Думаю, теперь побыстрее накопим. Я тоже так Главное, чтобы думаю. камеры не снимали. Проверь там. Да нет, не снимают, все хорошо. Эти то, а, они вообще отвинуты. Ладно. Не, Ну сколько там уже еще поснимали. до конца рабочего дня? Да сейчас посмотрим, что там. Вот у меня часики висят вот здесь вот. Уже совсем скоро. Сейчас. Да. 10 Через пару часов. часов. Через пару часов. Да. Можно на обед будет пойти. Все хорошо. Ладно, я дальше тут работаю. Блин. Уголек, ты что там делаешь? Да я тут... Ой, я проснулся. А короче, я тут этот... Я не спал, если что. По госнадбавкам уже нормально, но жители пока не жаловались. Окей. Ох, блин, надоело уже работать, хочется домой. А что, что там за мужик стоит? В смысле? Лежат 7 работ, там живо! Руки за голову, руки за голову, живо, живо! Вы Кто чё? такой вообще? Вы что тут забыли? Гражданин, Не задавайте куда лишних вопросов. попали? Руки за голову, руки за голову. Ай, Мат уберите. все. Чё вы делаете в резиденции президента? Я хочу узнать. Уступила ориентировка, поэтому вы будете задержаны до выяснения обстоятельств. И чё теперь делать? Уголь, чё ты там опять сделал? Чего? Пойдемте, пройдем, Я ничего выходим, не выходим, сделала. пошли, пошли, без лишних движений. Всего лишь Одно поспал лишнее пару минут. движение, и все, и пуля у вас в голове. Пошли, пошли. Но это срок не сойдет. Блин. Ну у нас же президентская неприкосновенность. У вас ее уже нету. Мы Когда уже ее получили успели отменить? Ладно. 5 секунд назад. И куда мы теперь отправимся? Вы отправитесь. До выяснения обстоятельств пока неизвестно, но будете временно содержаться в полицейском участке. Блин, а. Куда? 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 Так, у-у-у, не стрелять. Все. Я сказала, без Пойдем-то вообще. лишних движений. Пошли, пошли, пошли. Ну и что мне делать? Что Уголь. ж, президентики. Не Угу, знаю. президентик и кто там? Мэр, да? Сейчас посмотрим. Да, мэр. Ну что, доигрались вы, да? Че у Рассказывали. вас какое убогое КПЗ? Ты меня Это воняет тут еще. специально сделано. Потому что оно как бы не для вас предназначено, а для обычных людей. Вы знаете, кто мы такие-то? Вы уже Какое никто, в КПЗ? принципе. Ну рассказывайте, Я давайте сказал. тогда эти... Если я не знаю, кто вы такие, рассказывайте, тогда давайте, рассказывайте, откуда, что делаете. Ну, Рассказывай, давай рассказывай. собственно, Чё рассказывать? Вы сейчас взяли в заложники товарища президента. Вы уже не президент, ваши сроки уже были обнулены. Как? Сказал. Из-за Там чего? обновлено. Я вам повторяю, поступила информация, и вы поэтому сейчас вот будем вас допрашивать. Давайте уже говорите информацию про вас. Откуда вы приехали вообще? Какого фига вы тут вообще коррупционные схемы проворачиваете? Какие коррупционные схемы? Вы о чем? Как бы если вы не знали, то поступила информация о том, что вы все хотите самолет, вертолет купить. Это как бы на деньги простых граждан, вместо того, чтобы их инвестировать. Это вообще сейчас не про это, но вы все равно уже не президент даже, и в принципе им не были. Как не был? Как не были. Ну, в А на принципе, уже протяжении не были, вы года уже не управляли были, все, вы государством. уже не были, вы уже все. Поэтому, ну рассказывай, давай уже хотя бы скажи хоть что-нибудь, из какого ты города приехал отсюда? Ты же С точно не Питера. отсюда. С Питера. Из Питера, да? Угу. Чем, какой род деятельности у вас был в Питере?
Да. Ограбление банка и преступная деятельность. Ну, в принципе, мы же хозяями были, ферма. В принципе, ну, пока что... Это, я пошутил, вы чё? Вы чё, я ж пошутил. Данные совпадают, кстати. Какие данные, вы о чём? Мы овец спасли, вообще мы фермерами были. Так. Ошибка произошла в данных. Из данных не того человека открыто. Сейчас попробуем найти вас. Так, имя, фамилия, отчество скажите. Дубенко Михаил Петрович. Серьезно, давай. Ну, а кто вы такие, чтобы я вам говорил свое имя и отчество? Сначала Сергей Фаст Викторович. Хорошо, сейчас найдем. Угу. Так, по вам нет вообще никакой информации, как будто данные стерты. Линуколь, хорошо, твой агентик сработал. Нет вообще данных. Вы кто вообще такие? У вас такое ощущение, как будто вас не существует. Это ощущение. А вы как будто существуете? Что мы вообще тут делаем? Пошли отсюда, Уголь. Стоять. Так. Вы это, табельное оружие, убирайте. Вы чё? Вообще, хватит эти всякие пранки там. Ничего, снимайте что-то. Я сижу, у вас камера на шлеме. Они чё, сбежать собрались, что ли? Умные какие. Так. Кто сбежать собрался? До свидания. Я пойду... Ай! Чё... Нога! Чё вы делаете? Вам разве так, такое оружие, разрешено? Оружие вам ничего не сделает. Оружие вас не убьет, не переживайте. Куда? Так вы же нас сами сказали выходить отсюда. Ой, вас, похоже, не судьба. Там стоит кто-то. Ё-моё, сколько их тут понаехало. Куда собрались? Окружите. Блин, Уголь, что делать будем? Вот я не знаю. Сейчас дожидаемся приказа, тогда по ним сейчас надо передать информацию. Блин, и что теперь будет, товарищ? Товарищ президент, нам сейчас поступила информация, наши ребята провели обыск вашего убежища, так сказать. И ли то, что вы взломали базу данных президента, и вы, в принципе, президентом не являетесь. Поэтому у вас президентские сроки обнулены, счета обнулены, все обнулено, и вы отправляетесь обратно в город Санкт-Петербург. А где мы жить-то будем? Вам будет определена квартира, однокомнатная, в самом, скажем так, в самом таком плохом райончике, чтобы вам жизнь медом не казалась. Хорошо, вы нас сопроводите, да, этого... Автобуса. Или чё? Пошли. Так, внимание, ведём к автобусу. Повторяю, ведём к автобусу, сильный контроль. Всё, пошли. Ух, во сколько тут? Вы чё? Это специальные меры охраны. На случай, если кто-то вас придёт спасать. Хотя, как понимаю, спасать вас никто не пришёл. И нам очень повезло. Что? Без жертв. Как там, ваши ноги не болят? Догадайтесь. Наверное, нет. Товарищ. Что? Чё, пошли. Передай информацию, вывели на улицу, снайпер на готов. Приняли. Блин, заходите, вот что... Машину, выходите. Так, эти будут бежать за нами. Что же теперь будет, Фаст? Будет жизнь новая. Поехали. Эх. Прощай, Москва. Не повезло вам. Очень вам не повезло. Сейчас, Уголь, я камеру подрублю, чтобы было что заснять, а то вдруг придется обжаловать в суде. Давай. Все, вроде работает. Там долго еще идти-то с этой остановки. Я не знаю, мы только с автобуса сошли. Эх, да, Минки, лес, Рода. Блин, я уже не помню, как выглядел Питер. Я тоже, я думаю, тут много чего изменилось. Уже вот, видишь, въезд в город какой-то модернизированный. Ну да, был какой-то еловый. Где асфальт, так, кстати, один был, его как мне сказали, нам надо по прямой идти. Ну здравствуй, дорогой Питер.